Олег Анатольевич, здравствуйте, с победой. Косяков Александр, сетевое издание «В мире спорта». Во втором тайме команда, скажем, было заметно, стала играть по счету. В чем причина? Это психология удержания счета, поле или же игра соперника? Спасибо за поздравление. Я думаю, что второй тайм, наверное, счет подсказывал, что нам нужно играть вот так, более дисциплинированно и организованно. Мы не сохраняли счет, а пытались выиграть. И качественная игра в обороне – это тоже залог успеха. Мы нашли свой момент для быстрых атак, поэтому «Урал» молодцы, они делали. Это очень хорошая, дисциплинированная команда, имеет хороших исполнителей. Вот, поэтому мы смогли дисциплинированно отыграть, найти свой момент, чтобы забить второй гол. Еще вопрос. Выход Пеняева, в принципе, решил исход уже окончательно. Микрофон, пожалуйста, говорите. Да, выход Пеняева решил исход уже окончательно как бы игры. Это было запланировано в конце, когда уже, скажем, соперник немножко подустанет, чтобы он свежий вышел и скорости добавил? Ну, безусловно, Сергей – это наш козырь. Его скорость, его мастерство не вызывает каких-то сомнений, естественно. Хотели с его выходом ускорить наши действия в атаке. Я думаю, что у него это хорошо получилось. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Олег, подскажите, вот пришлось ли вам столкнуться перед этой игрой с психологическим моментом, что ну, после фееричной игры с «Зенитом» плюс, что это заключительный матч в этом году, ну и то, что все-таки всю неделю ждали, будет игра, не будет игра из-за вот этого пограничного как бы момента по температуре. То есть вот пришлось ли вам с этой психологией столкнуться, и как вы это преодолевали? Ну, у нас однозначно не было позиции, что мы не будем играть, что матч будет перенесен. Мы об этом вообще даже не думали. Игроки были внутренне готовы. То есть после игры с «Зенитом» собрались и начали готовиться к предстоящему матчу. Психологических проблем не возникало. Их и до этого никогда не возникало. Поэтому смогли быстро, главный тренер смог быстро команду переключить на игру с «Уралом». Поэтому абсолютно не стало для нас каким-то, да, приятные моменты победы над «Зенитом», но уже после игры готовились к «Уралу». Спасибо. Собровин Антон, Матч ТВ. Скажите, пожалуйста, сегодня, на ваш взгляд, насколько сильно повлияли погодные условия на матч? Первый вопрос. Вот. И во-вторых, можете ли подвести какие-то итоги первой части чемпионата? В целом, четвертое место для «Локомотива» на данный момент. Насколько это успешно? Что нужно сделать, чтобы быть выше? Спасибо. Ну, что касается итогов, это лучше сделает главный тренер. Вот. А что касается сегодняшней игры, там, я думаю, что он, тот план, который был, он полностью себя оправдал. Поэтому, что касается каких-то действий наших в атаке и обороне, мы все, что планировали, все получилось.